На старт приглашается Владимирцева Анастасия, сборная команда города Москвы, с выступлением «Последняя молитва» Жанны Д'Арк. Встречаем. Итак, следует теперь, чтобы вы, досточтимые судьи, признали Жанну Д'Арк преступницей, виновной в колдовстве, идолопоклонстве, ношении мужской воинской одежды, в средневековье была другая воинская одежда, а также в попытке подменить выпад полувыпадом и в выполнении замаха на укол. А теперь подумайте, Жанна, оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Спасибо.